драться будет. Вы часто на второй лиге? Кто? Жена, ты слышала? Я любимка. Меня же бьют, Крумкачёв. Нет. Ты слушай. Это невероятно, это здорово, это белорусский футбол по-настоящему. Так, друзья, всем привет. Это проект «На бровке». Снова новый выпуск. Не медиафутбол, хотя кто скажет. Крумкачи, Юни встречаются, по сути, в главном матче сезона. Это белорусский минор. Да, вы кричали, вы просили. Вот вам лучший футбик в мире. Вторая лига. Давайте смотреть, что приготовили организаторы, что приготовили игроки. Узнаем, какая вообще атмосфера на матчах второй лиги у нас бывает. Поэтому всем приятного просмотра. Лайки можно ставить уже. Розыгрыш не будет. У нас только контент классный. Все, давай смотреть. За Крумкачи? А кого знаете в Крумкачах? Честно, я сегодня в первый раз пришла. Человек первый раз пришел на Крумкачи, а вы не приходите. А он сильно натуральный? Или натурализованный? А кто самый любимый игрок в Крумкачах? На данный момент. Он такой, ну, самый красивый. Ну, такой внук прям. Нет, Бушма сам по себе. Ну, но мы болеем вообще-то. Я за Козеку. Когда он выходит, я болею за Козеку. Вы же долго уже в футболе, вы наблюдаете за всем происходящим, правильно? Испанец известный, Дани Карвахаль, отказался от глютена и сейчас играет просто невероятным образом. От чего надо отказаться белорусским футболистам, чтобы у них все получилось? А такое можно на камеру говорить? Конечно! Алкоголь! Да. От алкоголя? Да. От футбола. От футбола. Белорусским футболистам надо сказать футбола. А что показывает тогда? Результат, но не в футболе. Показывает результат, но не в футболе? Да. Так ладно, сказать не могу. Понял. От пива. Так просто? Да. И за это банка Red Bull? Да, как теперь слезть? Это как белорусский футбол, игла, понимаете, уже не слезешь. Вы вообще часто на футболе бываете белорусском? Нет. Как вас затянуло, занесло? Волонтерство. Конечно, я с детства за Юни. Впервые попал на матч Юни в 2012 году. До сих пор помню ту игру. В том матче Юни Минск выиграл 2-1. И победный гол забил Даррел Арл. Вот с тех пор с детства за Юни, да. Ну, прям видно, что вы за Юни. Да, я пришел поддержать родную команду в очень важной битве. Надеюсь, моя родная команда сегодня меня не подведет. А как вы относитесь к крумкачам, например? К крумкачам? Ну, я что-то слышал про них когда-то, но в целом не знаю, какие-то мутные ребята. Так, ну и прямо сейчас мы попробовали, что вообще предлагают на матчах минора. Цены аристократичные, нормальные или, как правильно, демократичные. Вот. По сути, вкусно, по вкусу вкусно. Вот. Люди покупают, всем все нравится. Кофе присутствует. Вот. Ну и хот-доги очень даже. Все, ваше здоровье. Так, друзья, ну что, мы уже на трибунах. Что-то на Симашко собралось. Что-то есть люди, есть футбол. Крумкачи уже забили первыми после розыгрыша углового. Но нам сегодня важна вообще атмосфера на трибунах, поэтому давайте-ка пойдем на трибуны, посмотрим, что там вообще есть. Вот есть Крумка, бежит, вот он, классный. Боже мой, какой счастливый. Ты орал, курица. Согласен. Есть вопросы к нападающему Юни, правильно? Может, мы сейчас их зададим ему? Мы передадим. Не будем? Вы не там, не с тем сектором? Скажем так, я и там, и там. Вы Юни поддерживаете еще? Не-не-не. И на этом секторе, и на этом. Слушайте, люди мало где ходят вообще по Беларуси на вторую лигу. Почему Юни, почему Крумкачи столько собирают народу? На конт Юни не ведаю, а Крумкачи это народный клуб, тому и столько народу. Круто. Интересно. Блин, вообще Лига чемпионов на Симашко, такие классные удары. Есть еще важный вопрос. Как вы думаете, сколько детей после этой игры выбежит на поле, чтобы поздороваться с Эрлом? Давайте в конце матча мы узнаем. Юни забивает гол 1-1. 1-1. Давайте честно говорить, классику второй лиги. 30-я, да, 32-я минута, 1-1, классный гол.
вы за Юни болеете? Ну, уже. Вот как они начали. Минут 32 где-то, нет, да? 33. Мы постоянно практически на играх. Постоянно? Поэтому, да. А кто любимый игрок? Олег Зазоха. Олег в курсе, да, что... Ну, а? Вы часто на второй лиге? А, кто? Ну, вообще, как болельщик. Вы часто на второй лиге у нас? Нет, только на Юни все. Ну, вот у нас первая лига не столько собирает, вышка иногда не столько собирает, а ну, матчи Юни, Крумкачи. Ну, Крумкачи красавцы, да, они все время собираются масштабно. Правда, болельщики так себе, но... У Крумкачей? Да, но они в порядке, что собираются масштабно. Ну, так себе они, да? Ну, пойдем узнаем, почему такие они. Ты за Крумкачи? А кто тебе больше всех нравится там? Вороны. Ворона? Вороны и черный цвет тебе нравится? Да, потому что черный цвет – это цвет Wednesday. То есть... Заузятори Юні заздростять Крумкачам, тому що у них топові заузятори. Можете це проговорити? Болельщики Юні завидують, я просто там вижу вже взгляди, завидують болельщикам Крумкачей. Крумкачов. Ну, Крумкачов. Крумкачов. Крумкачов, все. Вот. На первую лигу не столько болельщиков приходит. На вышку не так, а вот Крумкачи прям постоянно собирают. Чего не хватает остальным клубам? Я не разбираюсь в футболе, мне просто вельми подобаются хлопцы, которые гуляют за Крумкачом. Видишь, так на хоккей смотрят. Ну, красивые мальчики катаются, но лучше футбол. Не, ну там я не оправнутая надто. Что там глядеть? А за кого болеете? За Крумкачи. За Крумкачи? Да. А что, кто любим футболист? Гордейчик Евгений. Гордейчик Евгений? Я присяду, как на футболе. Присаживайся. Был вопрос. Есть очень важный вопрос. Да. Почему на высшую лигу столько людей не ходят, как на матч Юни и Крумкачи? Не знаю, значит, у нас такая высшая лига. Ну, кстати, у Юни очень красивая форма, если честно. Ну, прям реально очень красивая. Просишь вниз, всегда на месте. Ты принимаешь, и вот с поджопа начинает доставать мяч. Ты же должен прямо знать, либо ты принимаешь, когда ставишь жопу, либо ты уходишь в середину. Так, друзья, ну пока счет 1-1. Тут в перерыве матча происходит классная активность. Крумкачи подготовили, я так понимаю, что выступление барабанщиков. Это нулевой угол, по-вашему? Это не нулевой угол. Я учился угол. В БНТУ, это нет, не нулевой это угол. Не нулевой угол. Мы били с определенной точки. Нет? Надо отсюда попасть, да, типа? Да, да, да. Можете попробовать. Давайте, я подержу микрофон, и вы попробуете. По одному. Вы футболист, что ли? Я люблю белорусский футбол. Этого достаточно. На что-нибудь идти. Посещение матчей Крумкачов в следующем сезоне. Ничего себе. Ну все, в следующем году мы дарим вам абонемент. Это потому, что ты отошел! Есть все? Все получается, что... В следующем году мы дарим вам абонемент. Да. Если я по телевизору смотрю женскую олимпийскую квалификацию вместо футбола вчера... Это о многом говорит. И мне просто неинтересно переключать туда, на высшую лигу. Какой матч лучше, вот этот или Амкал-Сахалинец? Этот. Этот? Да. А ты был на Амкале? Нет. И не хотелось? Ну, я не знаю, что это за клуб. Амкал? Ты не знаешь, что такое Амкал? Нет. А Крумкачи Юни ты знаешь? Да. Блин, вот правильный ребенок растет. Так, друзья, Крумкачи забивают второй мяч. Очень круто на трибунах, прям вау. Но давайте будем честны, второй гол, точнее второй тайм, Крумки начали прям очень сильно. Кто вот забьет, и мы поймем, что все, игра закончена, можно идти домой. Кто-нибудь из нападений? Я особо не слежу за составом, я только знаю вратаря. О! Вот, это как раз нападение. Как раз нападение Крумкачей, Крумкачоу, меня же убьют, Крумкачоу, 3-1, это невероятно, это здорово, это белорусский футбол по-настоящему. А говорят, медийный футбол, так это уже не медийный футбол. Есть серьезная команда. Ну вот это медийный футбол? Нет. Тут, слушай, не, надо, чтобы кто-то один вылетал и разбирался в этой ситуации. Как судья здесь расценит, интересно. Я знал, куда надо было идти. Потому что Крумкачи забивают четвертый гол. У Браму Юни. Ну, ваш любимый игрок. 55.
А вы делите между собой любимого игрока? У нас все любимые игроки. Слушайте, все называют 55-й номер. Сергей, что в нем такого прям? Быстро бегает. Быстро бегает. Так, какой счет будет финальный? 4-1. 4-1. Больше голов мы не увидим. Можно расходиться? Да. А что люди-то сидят, ждут? Может, драться будем? Не, ну, в белорусском футболе коляды празднуются где-то в сентябре, в 20-х числах, поэтому прямо сейчас бегают дети с чучелом, я так понимаю, футбольного клуба «Юни», а бегают болельщики «Крумкачей». Вот. Да, слушайте, ситуация очень интересная. В белорусском чемпионате забили гол со штрафного, реакция на трибунах ноль. А вы за кого болеете? За Крумкачей. Ну, конечно, они же выигрывают, за них легко болеть, конечно. Футбол как вообще? Классно. Друзья, ну и как мы говорили, как и в Борисове, люди не выбегают на поле, люди спокойно выходят пообщаться с любимыми футболистами. Даже, смотрите, автографы берут у футболистов, что, казалось бы, может показаться редкостью, но и такое есть в нашем чемпионате, во второй лиге. Поэтому сейчас посмотрим, как вообще происходит все после футбола. Давайте, давайте. Есть ощущение, что судья сегодня забыл красные карточки? Ну, давайте мы не будем на это обращать внимание, все-таки мы все люди, и если он считал нужно не давать красную, значит, он так посчитал, значит, так и должно быть. Поэтому они, я думаю, что они отсудили сегодня хорошо. Классная совместная фотография у Крумкачей прямо сейчас. Блин, это семья. Мы просто пришли на сходку большой-большой родни, которая, возможно, не так часто встречается между собой, но когда они встречаются, они готовы делать невероятные вещи, это круто. Горизонт завалим чуть. Говорят, вы самый известный игрок команды. Неправда. Ну, говорят, что самый любимый. Подходили, 55-й, это просто наша прям любимка. Жена, ты слышала? Я любимка. Говорят, так бежит, так играет, боже мой. Ну, играет, это сильно сказано. Это про белорусский футбол, в принципе. Просто бежит. Просто бежит. За счет веса. Болельщики, это же вау. Да. Это же да. Просто вообще, это вторая лига. Вторая лига, согласен, прям вот. Тут ничего не добавить, не убавить, просто приятно играть. Мы, как настоящие футбольные ценители, побывали во всех раздевалках. Сейчас зайдем в победную. Вот, были в июне, сейчас пойдем к Крумкачам. Посмотрим, что как. Это раздевалка, тут одни диваны. Ну. С победой, мужики! С победой! С победой! Спросите, там вы не с кем играли. Что вы не купили? С кем играли следующий, спросите. Понял, понял. Вот человек играет за Демедиа, сразу видно, медийный, поджигает, все как надо. Друзья, это белорусский футбол, это все возможно. Белорусский футбол жив, как ни крути. Благодаря таким клубам, как Крумкачи, благодаря таким клубам, как Юни, во второй лиге есть футбол, это очень здорово. Подписывайтесь на наш канал, на банке, на бровке будет выходить все. Всем хорошего всего, всем увидимся, пока. Комментарии, лайки, давайте, пока.